Привет. Так, все. Вижу. Так, ребят, напишите, пожалуйста, как меня слышно, потому что я не понимаю, микрофон у меня заряжается вообще или нет. Я в эфире. Так, скажите мне еще по звуку. Звук норм. Все. Отлично. Ребят, готовьте свои вопросы. Я сегодня поотвечаю на вопросы. И хотела бы еще сегодня поговорить на такую тему, как, я не знаю, как ее назвать, я бы ее назвала «Благостная шляпа». Не всем понравится, конечно, такое название, потому что это же... Добрый вечер, ребят. Не все любят... чтобы как-то выражались. Мало кому нравится, чтобы люди, которые там на каких-то иных, других высоких вибрациях, чтобы говорили какие-то нелестные слова. Это я все прохожу каждый день. Каждый день это прохожу не потому что... это какой-то мой путь, это какое-то избранное состояние проработок. Вообще не про это. Это как раз про то, насколько идут ограничения и насколько очень многие люди себя обесценивают. Прям вот думая, что они делают какую-то благость, что вот они такие все хорошие, благостные, что они кому-то делают... что-то от души, что-то вот такое вот легкое, доброе, любящее, а по факту просто обесценщики. У меня я переписывалась с человеком, и что-то я ему написала. Не помню, то есть он какое-то что-то делал, какое-то действие, и я ему написала, типа, красавчик. Вот. Но потому что это действительно так. Вот. И после этого он мне ответил, это не я. Это все типа дары Божьи или что-то такое. Или что-то вот в этом роде. Какой-то в благостной фигне. И тут это же настолько на поверхности. Это представляете, как человек неосознанно, думая, что он такой великолепный, что он там, ой, это не я, это все не мои заслуги, это вот благодаря Богу, вот Бог-создатель там, или кто-то там высший разум, или еще что-то, неважно. Это первый момент, он обесценивает себя, что он достиг каких-то своих определенных результатов. Зачем его миру давать ему достижения дальнейшего какого-то действия, дальнейших каких-то результатов, если он их не увидит? То есть человек себя стопорит, даже не осознавая этого. Это первый момент. Второй момент, он просто обесценил своих родителей. Ну, Бог создал. А родители где были, когда Бог создавал? Они в другой комнате сидели и смиренно ждали, пока это чудо природы создастся. Но это же твои родители. Твои родители, они так как ты зачался, у них сменился весь их мир. Образ жизни, мышление. Абсолютно все поменялось только лишь
с тем моментом, когда они узнали, что ты есть, что ты уже создался в человеческом теле, в мамином теле, в утробе матери, когда ты есть, там полностью поменялся весь мир. Как минимум двух людей, это мама и папа. И ты взял одним словом это и обесценил, что тебя, видите ли, создал Бог. А то, что они все вот это сделали, у тебя даже нигде не отразилось. То есть как ты не любишь людей, которые тебя окружают, людей, которые тебе дали жизнь, ты настолько их вообще не ввел в свою картину мира, говоря о себе, что ты такой вот благостный, что Бог подал, что Создатель сделал, что Творец создал. Это, конечно, все классно, а ты-то кто? Если ты не Творец, если ты не сотворец, кто твои родители, которые сотворили тебя? Они сотворцы, как минимум, тебя, твоего мира, базы твоего мира. И как эти люди с таким мышлением могут продвинуться дальше? Куда ты дальше пойдешь? Ты уже обесценил свою платформу, на которой ты стоишь. У тебя нет фундамента. Ты его перечеркнул. Очень часто мы перечеркиваем тот фундамент, на котором мы стоим. Превышая то, что вот здесь вот. Вот здесь это хорошо, это Творец, это Бог, это Создатель, это еще кто-то. И мы вот тянемся туда. А от чего ты тянешься? Ты никогда сюда не дотянешься. У тебя нет опоры, у тебя нет фундамента, ты его обесценил, ты его провалил. Как ты сюда дотянешься? Тебе нет чего оттолкнуться. Ты обесценщик. Обесценивая свой фундамент, ты моментально обесцениваешь себя. Если нет твоего фундамента, как ты можешь существовать? Как ты можешь быть? Если тебя нет, то некому стремиться вот сюда. А потом идут моменты, которые мы не понимаем, что делать. Когда мне пишут в личку, мне пишут вот такими вот письмами в личку. Ребят, вы не поверите, у меня в день как минимум 20-30 писем, которые не помещаются в одно сообщение в Телеграм. И вы думаете, что я их буду читать? То есть вы не готовы посмотреть на свою жизнь, потому что вашу жизнь, ваш запрос всегда можно сформировать в одно предложение. Все остальное – это просто вода. Вода, которую вы хотите, вот эту боль вы хотите выплеснуть на меня. Вы ее не хотите перепрожить. Вы ее не хотите… Почему вы не хотите ее перепрожить? Потому что, чтобы ее перепрожить, ее нужно увидеть, осознать, принять и начать над ней работать. Зачем? Если есть тот, кто может это сделать. Видимо, так это думается. И после этого обиды, гневные письма, миллион всего мне пишут. Только лишь потому, что я не начала менять вашу жизнь. Я, вот смотрите, просто я должна поменять вашу жизнь. Но вы не можете поменять ее за счет меня, потому что вы не можете ценить. Вы точно так же и меня не цените. И я для вас тоже ноль. Потому что ноль, но чтобы не был помножен, он идет нулем. Какого бы вы себе не выбрали проводника, пока вы не начнете возвращаться к себе, вы никогда не увидите то, что вас может привести к самому себе. И да, на ретриты, как правило, приходят люди с болью, с запросами. Не просто потому, что у меня все хорошо, вроде как, ну, наверное, пойду посмотрю. Есть и такие, бывает.
единичный случай, но бывает, которые не знают меня, а просто приезжают, там кто-то из родственников бывает, что отправили ко мне на ретрит. Как я уже рассказывала, там супруга отправила, жена отправила своего супруга, чтобы он бросил курить. Он вообще не знал, он думал, что это вообще клуб каких-то анонимных алкоголиков, курильщиков или еще что-то. Вот. В первый же день он вообще офигел. Он говорит, нифига себе, говорит, а я думала, вот я сюда попал, меня жена сюда привезла, чтобы я курить бросил. И такое тоже бывает, да. Но, как правило, идут с запросами, а запрос появляется тогда, когда мы начинаем поворачиваться в себя. Мы к себе повернулись, мы увидели, что в нас не так. Потому как пока мы к себе не повернемся, всегда будет кто-то виноват. Родители, создатель, еще кто-то. И почему у нас мы не можем взять ответственность на себя? Потому как мы все время ее оставляем для кого-то. То есть вот это вот не получилось, потому что там создатель мне не дал. Вот это вот получилось, потому что я хорошо сделала, мне вот Боженька дал. Я ни в коем случае не обесцениваю. Это ваша религиозная позиция. И если вам с ней удобно, то пожалуйста. Я ж не против. Но если мы говорим про честность и через честность, про ответственность перед самим собой, то это про другое. Все, что я не делаю, это делаю только я. Все, что со мной происходит, это потому что я так делаю. Это всегда результат моего действия. Всегда. Только моего. И то, что стихия, то, что еще что-то. И стихия рядом со мной, она именно такая, которую я выбрал. То есть я по каким-то причинам, если мы размотаем эту цепочку, выбрал то место, то климат, ту путевку, то еще что-то, неважно что. По каким-то причинам, чтобы быть там, в том климате. Это всегда я. Всегда поворот на себя. Добрый вечер, всем добра. Добрый вечер, Слава. Благодарю за твою работу и честную работу. Благодарю. Если пить каждый день полынь, погибнет Жорик или нет? Нет, у вас не погибнет, Светлана, никакой Жорик, он не погибнет. Жорик погибает только тогда, когда есть осознание, что ты делаешь. Это не... Мы можем вычищаться, мы можем гнать глистов утром, днем и вечером. Мы можем эти глистогонные... я не знаю, вместо пюре, котлет, борща и запивать компотом. Но если вот здесь вот ничего не сработало, то они будут и будут появляться. Они появляются не от еды, они появляются от вас. Вы есть та еда, которую вы едите. Вы есть та микробиота, та микрофлора, назовите как хотите. Это есть вы. Это вы. И все, что вы едите, это вы. Как вы себя выведете из себя? Только поменяв себя, вы меняете все, что есть внутри. То есть до вас доходит то, что, например, что у меня внутри, такой весь мир. То есть как я себе сделал, такой весь мир. А про внутренности, про свои, вы почему-то так не думаете. Но это же вы. Возьмите яблоко, красивое, пахучее, великолепное яблоко, и оставьте его на несколько дней, ну, не знаю, там, в тепле, либо еще что-то, неважно. И там заведутся и червяки, и мошкара начнет летать. Она уже есть в этом яблоке. И при определенном условии хранения, можно так, наверное, назвать, вылезет то, что есть это яблоко. И вы, вся ваша микрофлора, все ваши глисты, все ваши паразиты, это вы. Они не отдельно, вы их не едите на завтрак. А каких бы мне сегодня астрид съесть? Это же, этого же нет. Это ваше мышление в первую очередь. Вы едите то,
чем вы мыслите. Если вы мыслите бутербродами, вы их и съедите, бутерброды. Если вы мыслите фруктами, вы и съедите фрукты. Если вы мыслите травками, вы будете прочищаться травками. Если вы мыслите вибрациями, вы и будете этой вибрацией. Понимаете? Не полынь. Классно раскрыл. Благодарю. Благодарю, Макс Космос. Так, великолепное раскрытие. Спасибо, Людмила. Добрый вечер. Благодарю Светлану за пояснение, как быть честным с собой. Благодарю, Наташенька. Да, ребятки. Пишите вопросы, если есть. Можете не по теме. Вот. А я еще раз вам скажу, что у нас уже на канале появились отзывы. Отзывы не от всех ребят, которые были на ретрите, а только от тех, кто готов был сделать. Потому что это не обязательный процесс. Это по желанию. Поэтому кто захотел раскрыться, кто захотел с вами поделиться впечатлениями, которые получил от ретрита, они вам в этом поделились так, как они это увидели. И это клево. Вот, поэтому присоединяйтесь на московский, на сочинский ретрит. И да, были вопросы по книге, по книгам. Мы, наверное, завтра уже запустим предзаказ, потому что я в процессе написания. И, конечно же, хотим все-таки, у нас запрос, что первая книга, это будет вот эта вот брошюрка. Брошюрка как механическая, да, «За гранью пищевой цепи». Как помочь своему организму, когда ты меняешь мышление, как помочь своему организму почиститься. Помочь. Не вычистить, а помочь. В голове мы помогаем вычищать то, что сделали годами. Чтобы у нас не было, то есть у нас же с вами не цель уйти в состояние неедения. Это вообще, ребят, не цель. У нас с вами цель, чтобы ваше тело было в гармонии с вами. Чтобы как мне, я же не тело, как мне, чтобы было комфортно идти в познание своего мира, в раскрытие своего пространства. Пространство — это я. Чтобы тело не оттягивало какими-то моментами, болью, недомоганием, слабостью. Чтобы этого не было. Чтобы тело шло с вами в гармонии, именно вот эта брошюрка и будет. Она будет для любого уровня, кто уже был в процессах, кто первый раз, кто еще об этом не знает, но вот только вот узнал, увидев эту книжицу. То есть там будут такие именно советы, рекомендации, которым вы будете на себе резонируют, сделали, и там будут пояснения. То есть там не просто там выпейте вот это вот, вот это вот. То есть что это выпить, чтобы что? Что будет происходить с вами? Что это даст, какой результат? От этого результата что вы можете получить? То есть есть результат, от которого вы можете что-то получить, а можете получить результат, сказать, ой, как хорошо. То есть, например, у полного человека, да, ему хочется, например, чтобы он был стройным. Вот. Но стройность – это же не конечный результат. Что ты будешь делать с этой стройностью? Как ты будешь жить дальше в стройном теле? И это тоже процесс, это уже другой процесс, следующий процесс. И вот это вот я попробую все описать. Я не знаю, хочется побыстрее, но это, видимо, будет в любом случае, как вот попробуем ее сделать, а потом, наверное, будут какие-то дополнения, там еще что-то. Ну, там уже посмотрим. Игрок, наседайте. Но не смотрите, ребят, когда вы говорите, делайте вот это не совсем этично. Потому как человек, например, кто-то скажет, а зачем мне, а кто-то, может быть, есть такие люди, которые, ну вот им сказали, делайте, они будут делать. У меня вот мама была такая. Вот.
И много таких людей, которым говоришь, они, например, говорят, а что мне сделать, вот, чтобы вот было вот это? Им кто-то говорит, вот это, это. А это, может быть, им вообще не подходит. Но как бы сказали люди, они же на себе пробовали, и вот у них такой результат. И они начинают это на себе делать. Но это не совсем правильно. Вот если, например, хочешь какую-то дать рекомендацию, то нужно тогда говорить, а я делал вот так-то, и у меня были такие-то результаты. Вот это уже будет правильно. И тогда человек будет, а так, а если я так сделаю, у меня будут такие результаты или нет? Буду я пробовать или нет? А вот так вот делай вот это, ну, чтобы что, налегайте вот на это. Я не налегала. Я знаю человека, который налегал на определенную рекомендацию, и потом он был в больнице, потому что у него была завернута кишка. А тот, который налегал, он же об этом не знал. Он же хотел как лучше. А тот, который знал, он не думал, что это сыграет какую-то роль, что это нужно рассказать и показать. И все как бы из благости, но результат не совсем такой, который хотел и один человек, который порекомендовал, и другой человек, который делал. Поэтому, если что-то не надо говорить, что сделайте вот это, нужно сказать, вот я делал вот так-то, и у меня вот получилось вот так-то. То есть, если, например, я говорю, если вы пьете полынь, полынь дает вот это, и это, и это. У вас происходит в организме вот это, и это. В результате вы получаете вот это, и это, и ваш организм выходит на это, и это. Если вам это резонирует, вы просто это берете и делаете. Но это не говорит о том, что обязательно нужно вот это сделать. Нет. Это всегда ваш выбор, ребят. Всегда только ваш. Просто вам нужно раскрыть, чтобы у вас было больше понимания. А зачем мне это? Чтобы что? И все. У нас тут кошек куча сейчас. Все прислушаешь, то котята где-то застрянут, то еще что-то. Да. Спасибо за всякие смайлики. Обожаю смайлики. Очень приятно. Очень приятно, когда вы в процессе, когда вы задаете вопросы. Я вижу, что вы. Да, все, все сердечки побежали. Очень-очень клево. Очень клево, когда вы задаете вопросы. Я вижу, что вы. У вас возникают вопросы. Потому что вы вникаете в это, в себя, не в меня, а в себя. И у вас возникают вопросы. Это здорово, что я где-то, может быть, в каком-то смысле помогаю вам разобраться в себе. Здравствуйте, а пранафит-марафон уже начался? Нет, еще не начался. Ребят, мы дадим анонс, когда будет определенное количество человек. Мы написали, да, сколько человек нужно будет, чтобы запустился. И как только будет определенное количество человек, мы дня два возьмем тайм-аут и будем прям писать, чтобы ребята, если кто-то, например, в отъезде, кто-то не смотрит в чат, кто-то еще что-то, чтобы они могли вот за эти вот день-два присоединиться, чтобы не пропустить эфиры, кому важно в эфирах быть. Что это не так, что он начался, а человек, может быть, не входил там в телеграм-канал, потому что привык кто-то, например, в других мессенджерах сидеть. Вот. И он такой говорит, а уже закончился. Он такой, ой, ой, чтобы этого не было, да. Как это мыслить вибрациями? Мыслить вибрациями? Ну, очень просто. Это когда ты мыслишь не словами, это когда ты не ловишь поверхностные образы, яблоко, детский сад, фильм, какая-то улица, а когда ты начинаешь быть этой вибрацией, ты начинаешь смотреть вглубь «я есть», что каждый предмет, каждый объект, каждый субъект – это отражение тебя. Это все, что ты создал в своем мире. И тебе не нужно что-то делать, чтобы оно было таким либо таким. Тебе не нужно ничего менять, потому что все, что есть, это ты. И это отвибрирует от тебя туда, что есть, и оттуда обратно к тебе.
И ты начинаешь корректировать свои вибрации, чтобы тебе было еще комфортнее в своем мире. И это уже глубина, это не поверхностные образы, это про другое. Надеюсь, объяснила. Светлана, не знаю, по теме ли, иногда влазит из меня принуждение по отношению к дочке. Она медлительная. О, ребят, это вообще моя тема. Я очень... Сейчас немножко нет уже, я от этого отошла. Но я все практически делала сама. Не потому, что мне прям так хотелось, а потому что мне проще было сделать самой, чем объяснять другому, тратить время. И у меня сын, старший сын, он вот такой вот, ему все нужно досконально, вот он в своем режиме, вот он медленно. И мне всегда проще самой. То есть я могу 10 раз подойти и сказать, давай вот это. Я думаю, ну как вот не сделать, как бы, как вот так вот распоряжаться временем. Но это приходит тогда, ты его отпускаешь, когда у тебя приходит осознание, что это не твое временное пространство, это его временное пространство. Это его мир с его временем. И если тебе оно... Если тебя сдавливает это, то поворачивайся к себе, почему тебя сдавливает его временное пространство. Почему ты не можешь себе позволить так медленно что-то сделать? Почему ты боишься потерять время? Это в твоем мире времени нет. А в его мире время в избытке. В ее мире времени в избытке. Она может себе это позволить. А тебя колбасит, потому что ты не можешь себе позволить. Отпусти ее и разбирайся в себе. Оплачивать можно уже марафон? Которые выставлены, считай, их можно оплачивать. Да, сразу же будем добавлять. Есть ли в этом какой-то смысл, оправдание или это неприемлемо вообще? Объяснила Олечка, по-моему. Светлана, там вопрос выше. Надеюсь, марафон по депривации сна еще не... Нет, еще не прошел, ребят, там осталось что-то мало человек еще нужно добавить. И уже скоро начинаем, я думаю. Там вопрос выше. А все, я только вот про дочку вижу вопрос. Доброй ночи. Светулечка, привет, очень давно тебя не видела. Хотелось бы узнать, как у тебя здоровье, как у тебя жизнь продвигается, насколько ты себя победила. Да, ребятки, давайте еще вопросы, если есть. С огромным удовольствием отвечу. Любые. И да, завтра у нас будет в закрытом клубе эфир, и меня попросили тему про миры, по-моему, что-то такое. Я сейчас даже, наверное, скажу вам, какая будет тема. Параллельные воплощения. Что значит собрать все воплощения? Их нужно осознать все. И что это даст? Да, Ангелиночка задала вопрос. Да, про параллельные воплощения сделаем такую тему завтра.
в эфире. Так, Светлана, спасибо за искренность. Если я подгоняю дочку, она медлительна, это может быть полезным. Нет, я же только что ответила. Ты в ее мир влазишь. У тебя нет времени, у нее-то есть время. Может быть, ты куда-то отходила? Пересмотри эфир. Я как раз ответила на этот вопрос. Так, доброе время суток. Каждое утро решаю сделать сухой, чистый день. Но потому, что у меня постоянный стресс, нужно кормить детей и мужа. Всякие заботы, я срываюсь, начинаю кушать. Это не поэтому. При чем здесь кушать? Ну пусть они кушают. Вокруг меня тоже все кушают. Ну пусть кушают. Вокруг меня и курят, и спиртные напитки употребляют, и еще что-то. Это их выбор, это не плохо, не хорошо. Это здорово, что вокруг меня есть такие разные люди. Вот и все. А как это отражается на мне? Почему это должно отражаться на мне? Задайте себе вопрос. Почему вы прикрываетесь другими? Это же ваше прикрытие, которое абсолютно никак не относится ни к вашему телу, ни к вашему осознанию. На мой вопрос ответьте выше, Евгений. Евгений, даже отвечать не буду. Я не знаю, каким чудом вы сюда попали. Наверное, вам что-то здесь, какие-то распаковки идут. Потому что я уже, в принципе, отвечала даже неоднократно на этот вопрос. Так. Тоже делаю сама много. Детей отпустила и наблюдаю. Но мой выбор что-то делать самой. И от них учусь и не делать с позволения себе. Да. Книги будут в электронном виде? Да, книги будут в электронном виде, в печатном виде и, скорее всего, в аудиоформате тоже сделаем. Но это все будет зависеть, ребят, от финансов. То есть это же, чтобы снять студию, голосом записать, чтобы в издательство. Потому что даже в издательстве, когда сегодня были ребята, получается, что... Даже на неделю вперед издательство не говорит ценник, потому что каждый день меняется стоимость бумаги. Вот, это даже не касаемо клея, переплета, чернил, трудочасов, потому что каждая смена, она по-разному тоже высчитывается. То есть дневная, ночная там у них. Поэтому не могу пока сказать, это же... мы еще не посчитали, сколько это будет вообще возможно, сколько это будет по финансам. И мы в ближайшее время сможем сказать только, ну, наверное, стоимость на процентов 70 она будет верна. Вот, потому что это не от нас зависит. Почему покойники всегда снятся к изменению погоды? Ну да, не в тему, но очень интересно. Нет, это ваше какое-то представление. Вот. Много учусь у вас, Светлана. Ваши эфиры очень полезны. Благодарю от сердца, Светочка. Благодарю. Очень приятно. Да, ребятки. Если еще есть вопросы, то давайте. Если нет вопросов, то тогда я пойду поработаю. Все, вопросов пока больше нет. Все, я тогда всех обняла. Всем приятного вечера. У кого вечер, у кого утро, кто смотрит в записи, кто просто приятностей вам. Всех крепко-крепко обняла. Все, а завтра клубовцы.
присоединяйтесь, будет такой мистический эфирчик. Ох, Евгений, Евгений, счастья вам и любви. Светлана, скажите, пожалуйста, вокруг меня родные с алкогольной зависимостью, отец и муж и сын. Понимаю, что зеркалит меня, но не могу увидеть, что они отзеркаливают мне. Ну, как минимум, вашу важность. Вы же хорошая. Ну, алкогольная зависимость, и что? Это их проживание. Почему вы думаете, что это плохо? У вас зависимость от еды, зависимость от хорошести, зависимость еще от чего-то, много от чего. Но вы живете в мире, в котором это норма, и поэтому считаете, что вот это норма. А для них то, что вот они вот это делают, это не норма. Какая разница, чем себя убивать? Почему вы взяли, что они такие вот, у них алкогольная зависимость? Это же ваше отражение вашей важности, вашей хорошести, вашей прилежности. Тут же много всего скрыто. Если они не будут этого делать, то как вам быть не такой, как они? Быть лучшей в этом мире? Это уже про другое. Вы же не просто так их выбрали. Вы же не просто так сыну показали, что в вашем мире можно быть вот с такой зависимостью. Есть на вашем опыте исцелившиеся от диабета первого типа? Есть, ребят, да. Есть. Какая причина была, почему люди начали спать? Много причин. Ну, тут даже не причина. Почему? Это же не причина, это... Здесь больше не они начали спать, либо есть, а здесь больше ввели в определенный цикл для того-то, либо для того-то. Ну, мы об этом немножечко поговорим на марафоне по депривации сна, то есть раскроем это. Спасибо. Спасибо, Иван. Спасибо, Светлана. Какая тема в клубе была? Только что сказала про совмещение нескольких миров, нескольких воплощений. Так, у меня в квартире быстро... Все, ребятки, отключаюсь, всех обняла, всем приятностей. Пока.